Сегодня в супермаркете Фора я купил тортилла чипс. Но на нахос чиз флауэр. То без сыром. Торговая марка Зануи. 200 грамм. Стоит 60 чем-то гривен, это где-то $1.50. Сделано в 84 Испания. Так. Здесь я пробовал уже чуть-чуть, то откроем здесь. Открывается. Так, разрезаем. Ножик разбираем. Такие они, ничего, на вид хорошие. Шикарно, шикарно.